В Индии по меньшей мере 50 человек погибли в результате наезда поезда на толпу людей. Все случилось в штате Пенджаб. Жертвы этой страшной катастрофы – участники религиозного индуистского праздника. В честь торжества традиционно сжигают огромное чучело. Посмотреть на это действо собрались тысячи человек. Едва вспыхнул огонь, толпа отпрянула назад. Люди оказались прямо на железнодорожных путях. Из-за яркой вспышки и громкого шума участники праздника просто не заметили приближающийся поезд. В свою очередь, машинист локомотива даже не пытался затормозить. Не остановился состав и после наезда. Сейчас идет расследование ЧП.